Курносики! Джуниор! Привет, ребята! Всем привет! Ребята, сегодня мы с Даником покажем вам пожарный джип Land Rover да. с фигуркой пожарного. Угу. Папа, давай открывать этот джип! Ты прав, Даник, медлить ни к чему. Приступаем. Ребята, мы с Даником открыли этот пожарный джип Land Rover и сейчас вам все покажем. Ребята, такой пожарный джип люди создали для того, чтобы он помогал им бороться с пожарами. Да, ребята, такой джип помогает вот таким пожарным. Я сейчас ему одену амуницию. Ребята, так как огонь – это очень опасное явление, пожарный должен быть хорошо и надежно экипирован и защищен. Да, каска помогает. Вдруг, если какой-то кирпич упадет на голову, то каска поможет. Ты прав, Данил. Во время пожара очень часто с крыши здания может что-то сыпаться да. и падать. Поэтому у каждого пожарного, настоящего пожарного, должна быть каска. Да. Ребята, а рация помогает связь находить. Ты прав, Даник, рация помогает пожарному связаться с другими пожарными, с его товарищами. Да. Огнетушитель помогает тушить пожар. Точно. Это одно из самых важных, что должно быть у пожарного, огнетушитель. Да. Как же без огнетушителя он сможет потушить пожар? А дыхательная маска помогает в том, что когда будет дым, она защищает. Правильно, она защищает пожарного от дыма, угарного газа, чада. В общем, от всего того, что может очень сильно навредить пожарному. Да. Даник, давай пожарного посадим в джип. Да. Посмотрим, как он там поместится. Если мы его обнаружим, кроме маски. Хорошо. Кроме маски. Снимая его амуницию, да. мы положим ее в багажник. Да. В этом джипе он открывается. Да. Там довольно много места. Да. Кстати, там еще есть запасные проблесковые маячки. Да. Красные и оранжевые. Угу. Их можно поменять. Закрываем. Закрываем. Здесь еще запаска. Да. Вдруг, на всякий случай, если пробьется колесо, да? Да. Хорошо. Вдруг. На дороге будет перевернутый гвоздь. Да, гвоздь может запросто пробить колесо. Ты совершенно прав. Или бомбочек. Да, и тут запаска будет очень кстати. Правда, ребята? Хорошо. Сади пожарного за руль этого джипа. Так, пожарный внутри. Теперь можно закрывать дверь. Кстати, ребята, мы с Даником еще хотим вам показать, что в этом пожарном джипе есть отдельный руль управления. Да. Он находится вот здесь. Угу. Вот. Для того, чтобы его установить, необходимо открыть люк. Да, люк. Вот так. Все. Люк открыли, теперь можно устанавливать руль. Да. Через крышу машины. Ребята, теперь во время вращения этого руля поворачиваются колеса джипа. Да. Ну что же, Даник, перед началом поездки давай проверим, или есть масло в двигателе. Да. Открываем капот. И смотрим, есть ли масло. Я открываю вот это. Я вижу, что здесь есть специальный фиксатор для капота. Да. Вот. Видишь? Угу. Чтобы капот не упал. Хорошо, масло есть. Можно закрывать капот. Да. Пожар! Лес горит! Даник,
Ты это слышал? Кто-то зовет на помощь. Да, это мой друг медведь. Наверное, в лесу начался пожар. Нужно немедленно выезжать. Да. Я что-то не вижу медведя. Как хорошо, что вы приехали. Уже почти весь лес охвачен огнем. А, как жарко. Фу, как жарко. Папа, нам нужно подкрепление. Ты прав, Даник, огонь слишком большой. Кого же нам вызвать? Пожарного Сэма. Ты прав. Немедленно его вызывай. Прием, пожарный Сэм. Да, вас слышу. Нам нужна поддержка с воздуха. Лес горит. Вас понял. Вылетаю. Прием, пожарный Сэм. Да, вас слышу. Как проходит работа? Огонь действительно очень большой, но ничего. Мы его непременно потушим. Выливаю. Отлично! Огонь потушен! Да! Возвращаясь на базу. Фу. Это было непросто. Да. Но мы справились. Да, друг, ты тоже потрудился сегодня на славу. Да. Даник, хорошо, что все хорошо закончилось, и никто из лесных животных не пострадал. Да, и мой друг медведь. Спасибо, Даник. Пожалуйста, Гризли. Да, Мишка, целости и невредимости. Да, я ну что волновался. Же, теперь самое время отдохнуть. Да. Ребята, всем до новых встреч. До свидания. Вы были на канале Курносики Джуниор. Курносики Джуниор.